Саня Сумской на связи. Очередное мое информативно-любительское видео. В этом видео поговорим про изменения в британском законодательстве по поводу использования дронов на всей территории Соединенного Королевства. Как вы уже слышали, с начала ноября 2019 года вступил в силу закон о том, что все люди, которые используют дрон на территории UK, и если их дрон превышает 250 грамм, они должны пройти специальную регистрацию, пройти тест и также сделать взнос. Об этом всем по порядку. Значит, все дроны, которые превышают 250 грамм, должны пройти регистрацию. Дрон, которым летаю я, весит 300 грамм, поэтому он обязателен к регистрации. Также нужно пройти тест. Тест состоит из 20 вопросов и на него дается 20 минут. Тест проходить сам бесплатно и неограниченное количество попыток. Надо ответить на минимум 16 вопросов, 4 допускаются ошибки. И все это надо сдать в течение 20 минут. Ссылку на сам тест я оставлю в описании под этим видео, так как в гугле очень много разных сайтов непонятных. Поэтому я оставлю ссылку на тот сайт, где конкретно проходил тест я. А также надо внести ежегодичный взнос в размере 9 фунтов. И уже как бы можно летать поспокойнее. Такое небольшое короткое информативное видео. На этом буду заканчивать свою трансляцию. Всем, как всегда, спасибо за внимание и до связи в новых видео. Пока-пока.